Всем привет, друзья! Продолжаем обзор телосложений, и на очереди у нас мезоморф. Ох, какой же это хороший тип телосложения! Эти люди уже от рождения награждены телом атлета. Если вы родились мезоморфом, то вы просто счастливчик. Почему счастливчик? Потому что это идеальный вариант для бодибилдинга, ребятки. Этот тип телосложения очень быстро наращивает мышечную массу, а также очень быстро скидывает жиры, естественно, и мышцы тоже, если ему это надо. Большинство актеров голливудских, они так и делают. Они мезоморфы, да, и они для боевиков каких-нибудь набирают мышечную массу за очень короткий промежуток времени, там за 2 месяца, за 3 буквально очень такие хорошие мышцы набирают. И буквально для какого-нибудь другого там отсталого фильма, ну, где дрыща надо играть, они просто скидывают максимальный вес и становятся просто дрыщами. В этом прикол мезоморфа, просто идеальный царский тип телосложения. Прикол этого телосложения в том, что они от природы обладают силой, что, естественно, является такой хорошей платформой для развития мышечной массы. Ну что же, переходим к отличительным признакам мезоморфа. Во-первых, это атлетическое телосложение. Мезоморфа очень легко узнать просто из тысячи вообще человек. Этот человек выглядит спортивно. Он не выглядит накачанным дрыщом, он не выглядит жирным качком, он выглядит эстетично, он выглядит спортивно, он выглядит красиво. Как я уже сказал, эти парни обладают хорошими силовыми показателями, быстро наращивают мышечную массу, что является огромнейшим плюсом просто. Эктоморфы просто могут мечтать об этом сутками. Но здесь есть один минус перед эктоморфами. Эти парни подвержены набору лишнего веса гораздо больше, чем эктоморф. Если мезоморф перестанет тренироваться, он начнет хорошенечко заплывать. Но как снова он начнет тренироваться, он будет в идеальной форме. У меня есть такой друг, который тренируется просто раз в неделю, ему достаточно, он просто в отличной форме. Еще бы я хотел привести такой очень очевидный факт, что мезоморфы наращивают мышечную массу очень быстро, особенно новички. Это, конечно, и так понятно, что все новички наращивают быстро мышечную массу, кем бы они ни были, эктоморф, мезоморф, эндоморф. Но мезоморфы наращивают гораздо быстрее мышечную массу, чем эктоморфы. И это, естественно, связано с силовыми показателями и природным совершенством. И, как я уже сказал, мезоморфы могут с легкостью нарастить лишний вес. Это, конечно, минус. Да вообще, надо сказать, что в каждом телосложении есть свои плюсы и минусы, и на этом не надо запариваться. Живите, как вы живете, будьте, кем вы есть, и все будет у вас отлично. Просто работайте над собой, развивайтесь с каждым днем. Ну а что касается мезоморфов, то это значит, естественно, что они должны следить за своей диетой, то есть за тем, что они кушают, сколько калорий они потребляют, потому что эти парни, конечно же, обязаны следить, в отличие от эктоморфов, которые могут хавать вообще все что угодно, торты там, булочки, я не знаю, мороженое, а эти парни должны все-таки послеживать за своим колоражем. Что касается тренировок, то для мезоморфа идеальным вариантом тренинга является кардио и силовые тренировки, то есть чередование, да, сначала он приходит на тренировку, делает кардио, например, потом занимается силовым спортом, да, там тягает гантели, штанги и так далее. Это поможет ему не набирать лишний вес, но набирать мышечную массу. Тренировка мезоморфа может длиться, конечно же, подольше, чем эктоморфа. Мезоморфы могут заниматься от часа и до 1,5 часов. Этим парням не особо страшна потеря лишнего веса и мышц, потому что они в легкую восстановят все, что у них было утеряно на тренировке. Вот такой вот прекрасный тип телосложения. Если вам понравилось это видео, если вам нравятся мои обзоры телосложений, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал, чтобы увидеть обзор следующего. У нас будет следующий эндоморф, и будет тоже очень интересно. Пока!